Дракон! Да как же так? Опять эти рыбы! Ну куда, ну куда ты? Стой, стой! Никаких тебе принцесс! Ну сказала же, не прыгай туда! О, сил моих больше нет, ты забыл про монету! Грип, скорее хватай его! Сью, у меня нет грибов! Говорю, хватай гриб! Да нет его у меня! Не налетай на дракона! На какого дракона? Впереди улитка, не ходи туда! Гэри, где? Сью, как же я? Сэм, не мешай! Что? Между прочим, я тоже хочу играть! О, придумал! Марио, значит, мы посмотрим, кто кого! Сью, мы будем играть в Марио вместе! А? У меня идея! Пошли! Привет, ребята! Привет всем любителям Марио и не только! Рассказывай, что ты придумал на этот раз? Своего собственного Марио! Упс! Так ты для этого притащил столько деревянных кирпичиков? Конечно! Это же основная часть игры! Мы соберем стену из кирпичиков! Стену! Именно! Это будет наша суперстена для игры! О! А сверху на стене будет Марио! Ага, пока ничего не понятно, но очень интересно! Сэм, скажи мне, что я должна делать? Для начала вот тебе кисти краски. Спасибо, Сэм! Начни красить основание для нашей стены! А ты куда, мой неугомонный друг? Мне нужно подготовить новые детали. А, ну хорошо. Так. А вот эту детальку нужно сначала отшлифовать. Для этого нам понадобится вот такая наждачная бумага. Сделаем наш брусок идеально гладким, чтобы занос не нахватать. Все уголочки пройдем тщательно и аккуратно. Поверхность должна быть ровной. Это очень важный этап. Конечно, если вы любите, чтобы все было красиво. Ну вот, поверхность стала гладкой, теперь можно и красить. Я не удивлена, что Сэм выбрал краску шоколадного цвета. Заманчиво, конечно, но для чего это? Может, это и не стена вовсе? Но что же тогда? Огромная плитка шоколада? Ла-ла-ла-ла. А Сэма все нет. Он бы хоть рассказал, что к чему и что я делаю. Время идет, а я все крашу. Так я буду красить вечно. Нет уж, я знаю вариант побыстрее. Та-дам! И никаких больше долгих покрасок. Фу, как же ровно лег цвет. Красота! А вот и я. О, а это для чего? Мы соберем из них боковые части нашей стены вот по этой схеме. Ага, все понятно. За дело! Эти кирпичики будут крепиться клеем, а не цементом. Вот так. Хорошее начало. Да-да, молодец, Сью, у тебя отлично получается. А я пока сделаю еще одну часть. Готово, что дальше, Сэмми? Время снова красить. Сэм, что же ты все-таки задумал? Мне очень интересно. Я же сказал, мы будем играть в Марио вместе. Но мы можем и на приставке играть вместе. Ты можешь играть за Луиджи. Или просто смотреть, как я яростно со всеми сражаюсь. Но я хочу играть вместе с тобой! Да? Тогда давай сразимся, друг мой! Уи! Дружеский батл на кисточках! Сью, а ты не поддаешься? Нет, Сэмми, я серьезно играю! И победила дружба! Ух ты! Может, будем красить вместе? Конечно! Я без тебя не справлюсь, Сэмми! Ты самый лучший помощник! Только ответь на простой вопрос. Щелчок или хлопок? Ты что, предлагаешь обратиться к магии? Ну, знаешь, к моей любимой. Да, я как раз на это намекаю. У меня даже есть специальный кусочек ткани. Просто накроем, и все готово. А ты подготовилась? Мы прямо как настоящие фокусники. Красим, красим, перекрасим. Бум! А теперь замрите все на секунду. Все внимание на меня. Вжух! Ну что, открывай пока рот, только очень быстро, чтобы фокус удался. Вжух! Вот он, наш магический трюк. Ура! Все получилось! Это так красочно и необыкновенно, Сэмми. Обожаю наши волшебные затеи. Магия придает нашим поделкам особый шарм, верно? С
Смотри, какой получился насыщенный цвет! Теперь у нас есть три идеально покрашенные детали. Вопрос, для чего они? Что нам с ними делать дальше, мистер Великий Выдумщик? Ты мыслишь в правильном направлении. Приклеивай зеленые детали к основанию, но только очень крепко. Это важно-приважно. Думаю, их нужно развернуть вот так, да? Именно так. Все, пора приклеивать. Понятно. Тогда нанесем сюда немного клея. Распределим его по всей поверхности. И аккуратно приклеим нашу деталь. Крепко-накрепко. Можно даже слегка надавить. Теперь дело за второй деталью. Ребята, будьте очень осторожны с горячим клеем. Попросите кого-нибудь из взрослых помочь вам. Вот так. А теперь аккуратно устанавливаем вторую зеленую деталь. И вот такая у нас получилась конструкция. Надеюсь, это то, что нужно. Здорово! Отлично! Просто класс! А теперь переходим к кирпичикам. Я уже их покрасил в сочный оранжевый цвет. И теперь они яркие, как апельсинчики. Какие аппетитные! Так бы и съела один. Сьюзан, это же моя фишка — сравнивать поделки с едой. Упс, ну эти кирпичики получились слишком красивыми. Но, конечно же, они совершенно несъедобные. Вот-вот, все для игры, для великой миссии, так сказать. Сколько ярких красок сегодня! Просто голова идет кругом. Надо же, какое загляденье! Каждый кирпичик – настоящее произведение искусства. Просто мечта перфекциониста. Давай-ка собирать стену, мечтательница Сью. Класс! Я так этого ждала! Наконец-то я все поняла! Кирпичик к кирпичику, один за другим, шаг за шагом. Применим магию монтажа. Вы же не против, ребята? И наша стенка все увеличивается и растет, и растет. Давай, Сью, я в тебя верю. Веришь в меня, правда? Ты бы лучше помог. У тебя и так хорошо получается, а у меня совсем другая задача. А, ну ладно, продолжаем. Немного поднажмем, чтобы стена собиралась быстрее. Как же весело! Какая яркая стена! Последний слой, последний ряд, последний кирпичик и... все! Принимай, Сэмми! Яркая, сочная стенка для нашей игры в полной боевой готовности. Просто не терпится поскорее поиграть. Ну это же просто супер! Я о таком мог только мечтать! Знакомься, это Марио. Марио, это Сью. Мы уже знакомы. Скажу по секрету, скоро ты будешь покорять стену. А пока постой немного вот тут. Вот это станет платформой для Марио. Очередная головоломка. Дай подумать. Добавим немного клея. Склеим кирпичики вместе. Вот здесь у нас будет Марио. Да чего же круто все это выглядит! Осталось собрать молоточки для игры. Со своим я разберусь сам, если ты не против. Хорошо, Сэмми, а я пока соберу свой молоточек. Для этого нам понадобится кирпичик и вот такая палочка. Цвет кирпичика может быть любым. Добавляем пару капель клея. И соединяем кирпичик с палочкой. Мой молоточек уже готов. И мой тоже. Давай посмотрим на них поближе. Отлично получилось! Ну что, мой отважный герой, давай играть! Уважаемые зрители, позвольте представить вам игру «Урони Марио», сделанную из дерева. А вот и два игрока. Прекрасная рукодельница Сью. И великолепный выдумщик Сэм. Вперед! Игра начинается! Подожди, сначала нужно рассказать правила игры нашим зрителям. Ой, да что там рассказывать? Берешь молоточек и бьешь по кирпичикам, пока Марио не свалится со стены. Игрок, который уронит Марио, проигрывает. Ну что, начнем, ребята? И Сэм атакует! Ура! Получилось! Ого, молодец, Сэм! А теперь моя очередь. Итак, выберу-ка я вот этот кирпичик. Бам-бам-бам, да! Ух ты, Сью постаралась на славу. Теперь моя очередь. Давай, давай. Но я еще отыграюсь. Давай сыграем еще раз, Сью. Ну хорошо, давай еще разок. Хоп, па-бам! В этот раз я воспользуюсь новой стратегией. Ой, просто не терпится на нее посмотреть. Теперь первый удар за мной. Вот так, аккуратненько.
О, мне кажется, этот кирпичик легко выбить. О, нет! Мой план не сработал. Вот что происходит, когда пытаешься схитрить. Да чего же увлекательная игра, Сэмми. Было очень весело. Ага, очень. Проиграл в игру, которую сам же и сделал. Просто замечательно. Не расстраивайся. В следующий раз обязательно победишь. Я требую реванша прямо сейчас, Сью. Я должен немедленно отыграться. Ладно, твое слово для меня закон. А пока Сэм заново собирает стену и силы, я хочу узнать, понравилась ли вам наша сегодняшняя поделка. Если понравилось, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Я давно уже все собрала, жду тебя с молоточком прямо сейчас. Ну, или через пару секунд. Ребята, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А мне нужно срочно победить Сью. Сами понимаете, это дело чести. Пока-пока! Скоро увидимся, ребята! Ох, Сэмми, ну и не сладко же тебе придется!